Давайте теперь с вами вместе попробуем проанализировать. Прежде чем как приступить к нашей озвучке, мы должны, наверное, структурированно как-то подойти к нашему рабочему процессу пока что. И просто автоматизацией тоже прорисовать. Нормально, естественно, показать вот эти движения и подчеркнуть каждый, скажем так, кадр. Да, получается хорошая дверь. Просто подмешали еще немножечко низов, чтобы помассивнее она была. Да, вот этого экрана какие-то нойзы, гличи. Соответственно, было характер один. По-моему, особо я и не слышу здесь каких-то супер конфликтов, но давайте сделаем следующий случай, чтобы не рало.